Друзья, всем привет! Стоял у меня такой расслоившийся кусок 12 фанеры. Выкидывать жалко, и я решил пустить этот кусок в дело. Надо сделать полезный станочек из движка от стиралки. Вот как раз пущу эту фанеру на корпус. Пусть будет, может и некрасиво, но зато функционально. Некоторые моменты буду комментировать во время видео, а так желаю приятного просмотра. Начну с разметки. Из фанеры надо сделать короб, чтобы вставить туда электродвигатель от стиралки. За кадром все, попилил и теперь примерю двигатель. Его надо расположить посередине и передней частью впритык к краю, как на видео. Затем с помощью сверлильного станка насверлил отверстие в штатных креплениях электродвигателя. И далее нарезал резьбу. Попробовал собрать короб и посмотреть, что получится. Фанера, конечно, не ахти, но, как я говорил, тут не до эстетики. Все примерил и все разобрал. Теперь надо установить всю электронную часть. Я заранее прикупил плату регулировки оборотов без потери мощности, так как электродвигатель от стиралки показался мне очень оборотистым. Нашел в интернете такую плату и решил купить. Купил в магазине электроплата.ру. Ссылку оставлю в описании. Но проблем с подключением возникнуть не должно, и моих элементарных навыков в электронике вполне хватит. Плюс есть подробная инструкция, как все это подключить.
Далее снова собираю короб. Отмечаю самодельным циркулем окружность диаметром 20 см и выпиливаю лобзиком. Коронкой по дереву насверлил вот таких кружков, после чего их склеил между собой. Получилась вот такая штука, она должна плотно садиться на шкив электродвигателя. Затем прикручиваю круг болтом. Кстати, в шкиве я просверлил отверстие, нарезал резьбу, забыл заснять, но думаю, и так понятно. На круг наклею двусторонний скотч, а на него затем наклею наждачную бумагу. Станок почти готов, осталось сделать крепление для столика. Вы, я думаю, уже поняли, что это шлифовальный станок. Предлагаю посмотреть, что получилось в итоге и как он работает. Вот, в принципе, станок готов. Мощности электродвигателя вполне хватает, а обороты можно подстроить. Может, в будущем я его покрашу, чтобы придать немного эстетики. Фанерка хоть и слоится, но ушла в дело. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если видео показалось вам интересным. А также не забывайте подписываться, если еще не подписано. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока.